Что ты со мной сделала? В смысле? Я стою тут, а в следующую секунду я в постели бывшей, в чем мать родила. Что ж, всегда пожалуйста. Ну что, получилось? У вас был секс? Нет. С чего ты взяла, что если подложить меня к ней в кровать, у нас будет секс? А вот у меня всегда так. Да почему ты вообще хочешь, чтобы у нас с Хлоей был секс? Чтобы вы с ней снова сошлись, и она исчезла из жизни Люцифера. Ты не местная, да? Еще как. Нельзя положить двух людей вместе, как кукол, и думать, что они помирятся. Отношения требуют времени и усилий. И надо работать над ними, как на работе. Люди такие утомительные. Вот книги, которые ты хотел просмотреть. Нет, мы еще не закончили. Ты напала на меня при исполнении. Я арестовываю тебя. И как ты расскажешь, что произошло? Субтильная барменша вырубила тебя, раздела догола и подложила в постель к твоей бывшей?